Открыли новый корпус, увеличили производительность труда, сократили издержки и навели порядок на рабочих местах. Сотрудники одного из самарских предприятий подвели итоги шестимесячной работы по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости», который инициировал президент России Владимир Путин. Руководителям и простым сотрудникам завода помогали представители регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области. Мы достигли всех наших целевых показателей, команда хорошо поработала, удалось реализовать все задуманные мероприятия, краткосрочные, которые мы могли реализовать в течение этого периода. Сейчас на предприятии работают не только люди, но и роботы. Благодаря современным технологиям на заводе постоянно наращивают объемы выпускаемой продукции. Предприятие входит в процесс непрерывного внедрения улучшений, важность которого неоднократно отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подчеркивая, что повышение производительности труда – ключевой элемент опережающего экономического развития региона. По словам руководителей предприятия, сотрудники регионального центра компетенции смогли увеличить на одном из производственных потоков выработку на одного работника на 26%, сократить незавершенное производство и время перемещения продукции по заводу более чем на 30%. Уменьшение перемещения способствует тому, что быстрее поступает продукция на рабочие места, соответственно, также быстрее происходит выпуск продукции. То есть, если на 35% уменьшилось количество перемещений, то, соответственно, и быстрее стала производиться продукция. В будущем предприятие закупит еще одну партию современного оборудования. К 2024 году производительность труда должна вырасти как минимум на 30%. Андрей Горгуленко, Анатолий Голофо, Константин Головин. События.